Привіт, бро, ти на каналі Кохан Плей. Мене звати Андрій, сьогодні з продовження Тру Сталкера. Ми в Новошепілічах, чи як воно там правильно називається. Ей, мужик, проваливай отсюда. Еще раз увижу тебя за установкой всяких сканеров на нашей территории. Получишь по башке. Нам эти железки тут ни к чему. Понятно. О, гитарка. Так, я тебе тут не бачив, я з кордона. Єбать. А що я шукаю? Тут щось було. Блядь, тут щось з'явилось. Записи, на которых покойный Харек описывал безопасные тропы по аномальным полям, отмечал скопление мутантов, фиксировал периодичность выбросов. Интересно. Он совершенно точно не планировал вот так просто застрелиться. Что это такое? Какой-то странный рисунок на стене. Интересно, он уже был тут до прихода сталкеров? Или же он рисовал хорек? Сталкеры заколотили окно, ибо им было жутко от этого места. Ветер из окна вполне мог сдуть предсмертную записку с трупа. Если она тут, конечно, была. А. Та ты шо, серьезно? Записка Харка на один дюйм дело за 5 теней. Они придут за каждым. Охуеть. Это, блядь, подсказка, конечно, мощная. Так, нашел записку. Там ничего нема. Просить местных сталкеров, блядь. Так, ничего не знаю. Ничего не знаю. Да вы шо, блядь, знущаетесь? Ничего не знаю. Ничего не знаю. Блядь, вы тут живете, блядь, и ничего не знаете? То никто ничего не знает. А ты, может, что знаешь? Це якийсь прикол? А що, нічого, ніхто нічого не знає? Ніхто нічого не знає. О, він що знає про якийсь чувак, якийсь там десь живе, блядь, якісь халупі. Так, ти Зармут? А ти хто? Топор. Випізе в покой. О, блядь, щось мені це не подобається. Ще і ще под... О, ну все, понятно. Посинається зараз голою, без трусів. Блять, знову ніч. А, все норм. Я може когось так визову? О, чого тут навтоп стоїть? Що таке? Що, це теж застрелився чи що? Блять. Записка Юстаса на 19. Посісайтесь, поки не поздно. Охуєнно, блять. Ще один. Кратко, сестра таланта. Ну что думаешь? Садись, сталкер. Посиди. Поболтаем. Я себе монолитовцы якісь. Та за що? Разве ми п'ятого заслужили это конец? Спрыгнуть с моста? Мужик, ты чё задумал? А ну слезай оттуда нахер! Я не знаю, що за хуйня. Не пам'ятаю, як тут забрався. Якщо б не ти, мені б зараз було пизда. Тримай гітарку. Да.
Так, ты серьезно? Дякую, дякую. Ну-ка, сейчас попробуем новый инструмент. А что ты мне дал? Пистолет? Не знаю. Ну вот, другое дело, совсем другое. А еще можно что-то сделать? Хорошо звучит чертовка. Так, а если попробовать сыграть эту? Да, давай. Ай, молодец. Ай, молодец! Давай еще послушаем. Да, отлично выходит. Спасибо, мужик. Сталкер, спасибо тебе. Теперь душу себе вправить в любой момент смогу. Намазышу. Тут недалеко группа ученых откинула. Старки как-то уже пошмонали, а машина почти цела осталась. Думаю, сообщите, скрутишь детали. Каш место. Я первого прокачу, да, без проблем. Что дела, где машина? А хрен его знает, может угнали. Что ты несешь? Я несу тортик. Я несу тортик! Что? Тортик, твою мать! Так, работаем тихо. Сначала вырубаем часового, потом спокойно режем остальных и забираем хабар. Все понял? Ну тогда поперли. А, це ми за цього придурка. Типу спогади його. Да. Куди я не бачу? Бар. А, тумичка, так ми його зараз теж об'ємо. Ну, хто б сумнівався. Вот и все. И меня не зовут. В смысле? А. О. Ёбаный рот. Вот такая хуйня малята.
пиздел. И знову біжать нам куди? Правильно, єбеня. Ще поночі. Так, а нас уже зустрічає якийсь трупешник. Уєдь. Охуенно. Здравствуйте. Я засек, что в вашей местности был всплеск энергии. Это значит, вам удалось трансмутировать артефакт? Оставайтесь на месте. Неподалеку наша экспедиция, которой вы передадите артефакт. Хорошая работа, сталкер. Класс. Чорну роботу зробив, передати артефакт. Прикольно ви придумали. Щось вони не гарно настроєні. Точно їм треба передати артефакт? Вони мене чекають щось на прицілі. Мені це не подобається. Куди його віднести? Вже заклинить зброю. Бля, розброс, блядь. Це пиздец, ви це бачили? Боже, оце, блядь, я валяюсь. Ну что, хорошо пробежался, шустряк. Значит так, слушай меня внимательно. Отдаешь артефакт и можешь проваливать на все четыре стороны. Ты нам в жопу не вперся. Молчишь? Тебе же дороже. Я тебя предупреждал. Ёбаный рот. Стрёмно якось. Яку залупу вліз не по своїй волі. Опа. Блядь, вчені. Наконец-то. І у вас ще буде можливість закопати артефакт. І знову куди біжати? Правильно, в'єбеня. Мене слышиш, сталкер? Не заставляй нас бігати за тобою по всій зоні. Повірь, ми тебе все равно достанем і получим то, що хотим. Ты нас видел в деле. Прекрасно знаешь, на что способны. Это ж ты был тогда со сталкерами на кордоне. Так уж и быть. Прощу тебе смерть моих людей, но только если отдашь артефакт. Потом можешь спокойно гулять, не тронем. Ты что, не веришь мне, топорик? Ладно, топорик. Я тебя понял. А, це вони на кордоні телепортувались, блядь, сукедли. О, ремонтник. Закопать. Закопать. Покинуть новошепелечі. Нарешті, блядь. Прийом, Юрок. Ти здесь? На связи, топор. Що хотів? Мені нужна твоя помощь. Нужно срочно вибратися за периметр. В деревню зайти не могу. За мною може бути слежка. Встретимся с тобой в том месте, где прятались два баклана с моим хабаром. Помнишь? Да, помню. Принял топор, буду ждать.
Два баклана. Ну, давай тоді залишимо це на наступну частину. А так, всім дякую за увагу, всіх обняв, підняв, бережи себе, бро. Да, отлично выходит. Спасибо, мужик.